В меня нельзя вставлять. Я берегу честь. О, вот. У меня Клава сдохла. Можно присесть? Садись. Спасибо, Игорь. Безневинные люди страдают, пока всякие роговносы по свободе бегают. Он как собаки нерезанных. Макс, ты хороняешь меня спереди, а Лимонидов взад. Его явно роговносец и пригнездил. Устарел. Новый себе куплю. Кнопочный. Я верен Клаве, как лебедь перед смертью. Это один, ну, тут у меня сосед попросил меня расшифровать, есть у меня там местный, как Козланова. А может, его заставили? Может, его отперли лицом в стенку? Ну, понятно. Сбухался после развода. Знакомая история. Да, Макс? Но заметь, что у нас пока все живы. А что ж ты его не задрожала? Надо же было в ногах валяться, в ноги целоваться.